Спортсмены из Анапы победили в очередном этапе регионального чемпионата по питанку. Кубок городов проходит второй год подряд при поддержке Федерации боулспорта Кубани. 30 июля на берегу озера Абрау-Дюрсо анапчане выиграли у сборных Новороссийска и Геленджика, продемонстрировав высокий уровень мастерства и стабильность игры. Следующий этап увлекательного и позитивного соревнования состоится в Геленджике через 2 недели. А партнер сегодняшнего выпуска – ресторан-отель «Беладжо». Ресторан «Отель Беладжо» – это превосходное место, где можно отлично отдохнуть всей семьей, отпраздновать любой праздник, посвятить свободное время любимым занятиям и активным развлечениям, оздоровиться на свежем воздухе и вдоволь поплавать в бассейне. На территории работает ресторан с банкетным залом, где подают вкусные блюда. Ресторан «Отель Беладжо», Анапа, Ленина, 216, 8-928-33-22-007.